Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Active Money. Я вчера по нему писала видео, и в этом видео я хочу в режиме онлайн проверить его на вывод. Значит, здесь можно превратить $1 в 1000 долларов. Давайте войдем в аккаунт. Здесь, как видим, идут выплаты. У меня на балансе 70 центов. И я кликаю вкладочку «Вывести». Видео я не отправляла. Здесь можно получить бонус за видеообзор, но я не отправляла еще видео. Значит, сумма выплаты 0.7. Стоит по умолчанию. Так, что здесь? И отправляйте скриншот выплат с Payeer кошелька в наш чат. Вывести. Выплата, что они там пишут в ручном режиме. Так, минимум на вывод 50 центов. Так, заявка на оформлена. Ожидайте от 5 до 60 минут. Если вас не затруднит после выплаты, отправьте скриншот выплат в телеграм-чат, как они как бы писали. Так, сейчас я зайду. Будем ждать от 5 минут. Еще, конечно же, рано, но тем не менее, сейчас обновлю страничку, посмотрим. Нет, еще монетки не пришли. Значит, кто не знает, здесь нужно активировать. Проверяется статус, видим, да? Значит, что здесь нужно активировать? Кабинет всего лишь единоразово за $1. Или же здесь есть инвестиции, это совсем другой вид заработка. Это, друзья, по желанию. Или же активировать кабинет, или же как бы сделать инвестицию. Здесь пополнить и уже это как бы по желанию. Так, ну что, друзья, я поставлю. Пока что баланс мой обнулился. Без активации кабинета нет реферальной ссылочки. В общем, и серфинг недоступен. Здесь ничего недоступно. Нужно сначала активировать кабинет. Поставлю, друзья, на паузу и подожду вывод. И после, как денежка придет, я продолжу. Ну, прошел примерно час, друзья. Давайте обновим страничку. Здесь проверяется. Сейчас нажму. Деньги уже поступили на кошелек. Выплачено 70 центов. Мой кошелек. Идем на Payeer. А вот мой логин. Видите, здесь выплаты, оказывается, идут в режиме онлайн. Значит, 13 июня. Перевод выполнен. 0.7 USD. И комментарий. Active Money. Все шикарно. Проект платит. Кому интересно, работайте. Пробуйте, зарабатывайте. Но неинтересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!